нам было интересно сделать проект в максимально ограниченные сроки. И по времени у нас это заняло 8 дней. 8 плотных рабочих дней. А что касается стоимости, на это у нас ушло 80 тысяч рублей. Это с учетом покупки автомобиля. Реакция у людей достаточно позитивная, и особенно, когда они узнают, что это ВАЗ-2109, они очень сильно удивляются, и мало кто в ней, конечно, узнает эту девяточку, но по салону можно понять. Ну и, в принципе, достаточно много людей, которые узнают в ней Tesla Cybertruck. Идей на этот проект у нас еще достаточно много. Может быть, сделаем электротягу, как и, собственно говоря, у Теслы. А может быть, сделаем задний привод. В общем, идей миллион, и жизнь проекта определенно будет дальше.